Горохов, а ты как здесь? Следователь из прокуратуры тебя привез. Бочкин Егор Петрович. Здравия желаю. Нужно остановить операцию. На каком основании? Я вас очень прошу, у меня дело об убийстве почти раскрыто. Если вы сейчас спугнете моих клиентов, тогда все на смарку, кедрени сени. Руководство, конечно, отмажется. Сядут исполнители. Давайте сотрудничать. Да к руководству вы и так не прицепитесь. Оно само ничего не пакует, ничего не грузит. Будем внедряться. Разработку операции верну на себя, товарищ капитан. Я прошу вас остановить. Остановите операцию. Ну, ладно, банкуйте. Петров! Петров, пропускай! Ладно, езжай. Вот, спасибо. Хозяин, где? Да здесь, в бытовке где-то. Все, на сегодня работа закончена. В смысле? В смысле, бери своего напарника и вали отсюда. Дела у нас с Севой. Понял? Понял. Вася! Че? На выход. Че на выход? Пошли, сказал. Ну, ты все понял. Завтра ты с Игнатом должны быть на совещании. Кровь из носу. Я на вас очень надеюсь. Конечно, будем. Договорились же, Егор Петрович. Не подведите. Подбросить до города? Не откажусь, спасибо. Садись.